Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Сегодня у нас на обзорчике будет автомобиль КАМАЗ 652218, автор мода Доктор Дизель. Вот, давайте пообзорим, как обычно. Еще раз повторюсь, значит, данный мод находится в привате сейчас. 5 22 18 8 на 8. Вот моделька еще не доделана, то есть при покупке, кого заинтересует данный мод, данный КАМАЗик, да, будете писать, ссылочка на автора мода будет под видео на канале, также в группе и в разделе товаров будете писать автору, и автор там все уже допилит так, как вам надо. То есть это пока первая, скажем так, моделька, что есть, чтобы вы видели, кому интересно будет. Значит, кому будет интересно, будете писать автору и уже с автором разговаривать. Значит, ребят, вот такой КАМАЗик обалденный. Турбо, фигурбо, чувак у нас, надпись КАМАЗ, текстурка офигенная, ребят. Вообще моделька сама, анимация карданов, все, значит, это дело есть. Я думаю, анимация мотора, наверное, все прикольненько, да. Давайте в салон заглянем. Навигатор, камера еще не привязана, блин, тоже ТАСО у нас тут стоит. Приборка, анимации руля, ребят, нету. Камеру привязать несложно, там, в принципе, я уже где-то показывал на каком-то обзоре, прям на записи обзора, как это все делается, да. Ну, давайте посмотрим, что мы тут заведем сначала, да. Дефолтный турбиновый звук у меня тут. Так, сейчас отъедем в стороночку. Так, еще раз повторюсь, моделька еще не доделана, ну, как предварительный обзорчик, кому интересно, то есть посмотрите, что за машинка, и уже все вопросы к автору по поводу приобретения данного мода. Поэтому тут еще, может быть, где-то аддоны на аддоны будут ставиться. То есть еще, скажем так, первые наброски. Так. Увеличенная крыша, ребят, ставится, да? Козырек. Из своего, так, крылья. Крылья это от чего-то другого. Липнут еще. Кунг. То есть тут и по функционалу еще пока что, знаете, не все прописано. То есть кузов, видите, вот, да, ставится сцепка, спойлер, прикольно, спойлер, запаска, вот, пожаробезопасный. Что-то интересно сюда, но это, в принципе, это ставится к сцепке, вся эта балда. Прицеп цистерна, прицеп фургон, но все еще не прописано просто, поэтому пока, скажем, по колесам давайте. Может, вот тут это с дефолта, это те, которые только стояли, внедорожные. То есть еще колеса тут, все это будет ставиться, ребята. Значит, ладно, оставляем тогда эти колесики, скидываем сцепку, спойлер оставляем. Что тут еще у нас есть? Крыша, что-то мы еще поставили, а вот, и поставим где-то тут кузов, да, кузов. Вот такой кузов будет, прикольно. То есть все будет, в принципе, ребята, доделано при покупке. Это в связи с тем, что идут сливы, никто не будет вот эту первоначальную модельку выкладывать, и уже
при покупке автор будет уже все там подпиливать, подделывать, и потом будете с ним сами там разговаривать. Ссылочка на автора, ребят, еще повторюсь, будет везде под видео, также в товарах. Автор мода — доктор Дизель. Вот. Ну и все, погнали, наверное, на этом КамАЗике. Что тут? Моделька клевая. Все. Приятненько так, красивенько. Нифига, небо даже вон. Отражение есть. Текстурки клевые. Моделька клевая. Давайте, поехали. То есть что-то будет еще свое тут допихано, доделано. То есть это все как бы еще в процессе. Просто это первичный обзор мода, который будет, не будет, а он уже в принципе в продаже. Только все вопросы уже по поводу приобретения и доработки там этого мода до окончательной продажной версии, да? Все вопросы к автору. Ну да, такие. Недавно был буквально обзор на КамАЗ там 228 желтый. Вот наподобие такого тоже монстрище такое жесткое. Такой читерский здоровый КамАЗище. Опа. Классный, классный, ребята. Анимация кабины какая. Ой-ой-ой. Так. Все тут гудит у нас. Все как надо. Подтормаживаем тут все как надо. Чтоб не это самое. Не улететь куда-нибудь. Так, в принципе, ведет себя и едет он вполне-вполне прям на ура. Отличный, ребят, мод. Все эти неровности проглатывает просто. Едет как по асфальту, можно сказать. Вообще, конечно, приятный автомобиль для внедорожных покатушек по бездорожью. Обалденно идет, обалденно шумит. Ну, звук дефолтный, я вот думаю, что может Серега, если надумает, еще и звук переделает. Он может, пачкается, все отлично, ребята. Ну, эти-ка автомат ему. Идет вообще на ура. Эть. Сейчас на автомате он. Из грязи вылезем. Спокойно, ребят, грязь проходит, все знают прекрасно там. Кстати, полигон, вот это Виторгановский, можете скачать. В группе есть и видео, ссылочка там, можете найти. В свободном доступе находится данный полигончик. Приятный тут такой полигончик, есть где покатать тут что. Автор полигона тоже молодец. Так. Заправляться, что-то я тормознулся. Заправляться, нафиг нам заправляться. А что-то, кстати, с уроном Серега погорячился. 2600 у него. В принципе, надо вставить просто 600, как на всем дефолте. Лично я когда делаю какой-то конверт или что-то доделаю, я всех на легковых, на грузовых ставлю 600. В принципе, адекватный. Адекватный урон. Но я думаю, Серега это все еще исправит. Как бы это еще первоначальная моделька. Обалденно, ребят, шкварит. Просто зверь машина. Да, смотрите, грязь ему как по асфальту он едет. Сейчас тут, наверное, давайте сразу на понижаечку.
Думаю, тоже не проблема это для этого автомобиля проехаться тут. Ну да, он едет, смотрите, правильно, 4 моста, что ему там. В принципе, скорость подскинем на понижаечке. Ну вот и все, и грязь кончилась, все, мы уже выезжаем. Вполне очень легко он тут проехал. Без всяких буксов. Да, мосты, смотрите, и ребята играют вообще 5 баллов. Мод, ребят, вот лично мне нравится. Не знаю, кому как. Очень хороший, приятный, мощный такой автомобиль. Проходимый. По поводу, значит, при продажной подготовке, как это говорится, да, как во всех даже салонах, да, автор будет делать предпродажную подготовку, все там подгонит, подстроит для продажи. Так что кого данный мод заинтересовал, ребята, обращайтесь напрямую к автору. Мне можете не писать. Ссылочка на автора будет. Все вопросы, ребят, туда. Я торговлей модов не занимаюсь. Только обзорю, делаю рекламку. Так что если у кого есть из мододелов желание прообзорить какой-то мод, сделать ему рекламку, выставить в товар, то обращайтесь. У меня это все, ребят, бесплатно. Обращайтесь. Все запишем, все сделаем, все покажем. Для меня, в принципе, будет достаточно прообзорить вашего мода. Вот. Скажем так, не корыстный я сильный человек, да? Поэтому и вам хорошо, и мне как бы приятно. Поэтому, если есть желание прообзорить какой-то мод на продажу или просто показать, то обращайтесь, ребята. С удовольствием запишу обзорчик на какой-нибудь новый, хороший, приватный модик. Естественно, моды, которые будут мне давать, ребят, все остается у меня. Подвесочка работает вообще на 5 баллов. Воду, бабах. Ну, урон воды тут, да. Но у нас, с учетом того, что фильтр стоит воздушный, где-то на этом уровне, поэтому, ух ты, блин, как он блестит, ребята, офигеть, смотрите. Как зеркало. Охрененно. Охрененно просто. Вот. Моды, которые, ребят, будете давать мне на обзор, они у меня остаются, поэтому можете не переживать, у меня такого не бывает, что кому-то я там даю, в принципе, даже все друзья, кто есть мододелы, да, никто никогда даже не спрашивает. Просто знают прекрасно, что приватные моды, даже которые ко мне попадают на обзор, они остаются только у меня, поэтому, как говорится, конфиденциальность гарантирую, да. Вот. Ой-ой-ой, вошли мы, вошли. Так что за слив за какой-то можете не переживать, у меня такой не практикуется вообще ни в каком образе. Так, ну, полтос, смотрите, ребята, смело, я думаю, он пойдет даже больше. 51. Ну, если хорошая длинная дорога, еще и уклончик, я думаю, там валит на полную катушку. Так, ну все, давайте делаем скрин на данный автомобильчик. Вот такой вот, ребят, мод приватненький. Кому интересно, пишите автору, ссылочка на автора данного мода будет под видео на канале. Вот, если уж не сможете никак с автором связаться, то сюда можете написать и мне. Вот, как тут было недавно, Серега закрыл свои сообщения, поэтому пришлось мне
ему самому писать. Или какой-нибудь большой камерой, даже не поймать скрин. Да айтишки на жизнь. О, ну давайте такой щелкнем. И надо мне еще чуть поменьше на товары. Такой. Давайте еще чуть. И такой. Вот. Буквально, ребят, в следующую субботу будет у нас розыгрыш игры Спинтайра с лицензии. Значит, информация по розыгрышу смотрите ниже на канале. Прям большими красными буквами написано «Информация по розыгрышу». Смотрите, еще можете успеть. Сегодня у нас буквально что, понедельник. Вот, в субботу будет розыгрыш. Так что, кому интересно, кому хочется на халяву приобрести лицензию Спинтайрес, можете поучаствовать в конкурсе, и я надеюсь, кому-то из вас повезет. Все, в принципе, вся информация по розыгрышу там есть, смотрите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, делитесь видео, делайте репосты. Ну и все, вот такой был обзорчик у нас на КамАЗ 65-22-18 от доктора Дизеля. Все, всем удачи, всем пока, с вами был Драйвер 51 Русь.